Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений, компания «Экспазия». Моя компания находится в Китае, в городе Гуанчжоу. Занимаемся поставкой различных запчастей, как на легковую, так и на грузовую технику. Вот. Сейчас хочу ответить на вопрос, почему у нас на сайте, на интернет-магазине все цены указаны по $10. Ну, во-первых, эта цена указана условно. Это раз. Почему? Потому что стоимость товара зависит от множества факторов. Начиная от количества закупа, как будет закупаться, как будет делать оплата безналом, USDT, кэшем или еще другим образом. Качество товара. Новое, восстановленное, ОЕМовское, контрактное. То есть все вот эти вот вышеперечисленные позиции, они все являются... Все отражаются на ценообразовании товара. Вот, также доставка. Доставка какая? Белая, серая. То есть, видите, да? То есть, я думаю, не составит сложности у вас набрать, позвонить мне в Telegram, WhatsApp и полностью уточнить всю информацию по стоимости товара. Вот именно тот, который вас интересует на сегодняшний день, на сегодняшний час. Пока все. Если у вас возникли какие-то вопросы дополнительные, пишите, звоните. Все. Всем хорошего дня. С уважением, Евгений.